Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню? Основные требования таковы: устойчивость, надежность, неподвижность. Количественные значения этих характеристик зависят от многих факторов: тип печи, ее вес, характеристики грунта, глубина погружения основного фундамента и так далее. При этом есть некоторые общие правила, действующие для всех вариантов. Правило первое. Минимальное расстояние между фундаментом всей постройки и печным основанием не менее 5 см. Правило второе. Минимальная глубина погружения печного фундамента не менее 50 см. В целом, отправной точкой является тип общего фундамента, поскольку он определяет все параметры печного основания, доступные для возведения. И третье. Чаще всего используются схожие типы оснований, поскольку выбор основывается на одинаковых требованиях и условиях. То есть, если вся постройка возводится на свай на винтовом фундаменте, основание для печи тоже опирается на сваи, завинченные по углам основания. Ленточный фундамент всей постройки определяет глубину погружения печного, которая не бывает больше, чем общая глубина, и так далее. Производить расчеты проектирования фундамента под печь следует одновременно с общими работами над постройкой. Так легче делать подготовку и устройство основания. Учитывается объем и вес печи, глубина промерзания грунта, глубина залегания плотных слоев почвы, состав почвы, сезонные колебания уровней почвенных вод, величина пучения грунта, наличие уклона, сложность рельефа участка. Таким образом, учитываются все обычные параметры выбора типа фундамента. Точные расчеты довольно сложны и требуют знания множества величин, действующих для данного грунта и местности. Эти данные не всегда доступны, и сам расчет требует определенных познаний. Поэтому чаще всего на практике руководствуются общими правилами и для всей постройки, и для печного фундамента. При этом руководствуются принципом «необходимо и достаточно», исключающим лишние траты труда и материалов. Например, если общее основание значительно заглублено, то подпечное делается подсыпка из песка, поднимающая уровень основания и снижающая непроизводительные расходы бутовочного материала и бетона. В чем разница? Под кирпичную или под металлическую? Металлическая печь намного прочнее, чем кирпичная. Установка с небольшим перекосом, деформация оснований не принесет большого ущерба металлической печи, тогда как для кирпичной такие движения фундамента означают полный выход из строя. Отсюда необходимость основания повышенной прочности для кирпичной печи. Металлические печи обычно довольно легки, что позволяет обойтись без отдельно выложенного фундамента. Фундамент под железную печь в баню не обязателен. Для них достаточно обеспечить должные меры противопожарной защиты – асбестовое полотно, лист кровельного железа под металлическую печь, выступающий за пределы печи не менее 25 см, а перед топкой не менее 40 см. Кирпичная печь, обладая намного большей массой, не переносит деформации основания и нуждается в полноценном фундаменте, устроенном с расчетом на большое давление печи и компенсацию усадочных процессов. Связи с общим фундаментом быть не должно, иначе разница в создаваемом давлении на основание может привести к разрушению. Это был отрывок из ролика с видеоверсией статьи «Фундамент под печь в бане» с сайта парилочка.com. Саму статью вы найдете по ссылке в описании под видео. Если вас интересует эта тема, просмотрите ролик целиком, ссылка также есть в описании.